Вот эти вот вакуумные два клапана отвечают за включение и отключение прогревочных оборотов. То есть, вот. Они у нас даже помечены с белой точкой и черная фишка. Идем по вакуумной системе, попадаем вот к этой вот груше на ТНВД. Вот этот вот отросточек как раз таки у нас давит на гашеточку. Тем самым увеличивает либо уменьшает обороты. Вот этой вот гайкой, подкручивая или откручивая, мы либо убавляем, либо прибавляем нажим на педаль. Вот эта гайка будет отвечать у нас за холостой ход. По идее, чтобы нам сделать нормально прогревочные обороты, нам надо регулировать вот эту вот часть. У меня прогревочные обороты были. Сейчас, по идее, они у меня 1000. То есть втягивается и все. И больше никуда, ни вверх, ни вниз. Машина прогрелась, откинулась. Все, считай прогретые. Раньше были прогревочные обороты. Потом они пропали. Я заменил температурный датчик двухконтактный, который у нас там спрятанный. Вот и ныне там остался. Куда копать, пока не знаю сам.